Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале GadgetX. Техноблогер под псевдонимом Лычков, ранее опубликовавший фотографии флагманского смартфона Google Pixel 3 XL, порадовал пользователей новым материалом. На этот раз в сеть попал видеоролик, демонстрирующий дизайн устройства и работу Android 9P, а также неожиданные характеристики дисплея, грядущие новинки. В видео показана версия смартфона с белой задней крышкой. Хорошо виден дисплей устройства с большим вырезом в духе iPhone X. Диагональ экрана оказалась сюрпризом для пользователей и составила 6,7 дюйма, хотя ранее речь шла о меньшей цифре в 6,2 дюйма. Разрешение экрана 2960 на 1440 точек, плотность пикселей 494 ppi. Прочие спецификации подтвердили предыдущие утечки. Под капотом Pixel 3 XL разместился флагманский процессор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 64 ГБ и аккумулятор емкостью 3430 мАч. Разрешение сенсоров фотомодулей 12,8 мегапикселей. Блогер отметил, что к нему в руки попала тестовая версия смартфона, и к старту продаж дизайн и технические характеристики могут быть изменены. Релиз устройства намечен на 4 октября 2018 года. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых выпусков!